Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала Банковский. Сейчас я вам покажу, как отключить подписку Халва Десятка. Для отключения данной подписки вам нужно будет зайти в личный кабинет. Переходим в личный кабинет Совкомбанка. А здесь у нас показывается наша карта Халва. Что такое Халва Десятка? Халва Десятка – это подписка. Подписка, которая дает возможность использовать рассрочку более чем на 10 месяцев, точнее на 10 месяцев более чем на тот период, который предоставляется на какие-то магазины-партнеры без подписки. Получать повышенный кэшбэк, повышенный процент на остаток, там комиссия за переводы, то есть вот опции, которые предоставляются именно по данной подписке. И данная подписка стоит 299 рублей. Когда она у вас подключена, то как только вы переходите на свою банковскую карту, у вас здесь вот есть раздел «Подписка», «Халва десятка», «Максимальная выгода по карте». Указано 0 из 2. В данном случае я уже данную подписку отключила. Когда у вас подписка подключена, у вас будет показано, то есть 1 из 2, там, либо же 2 из 2, потому что есть 2 подписки, которые можно подключать по данной карте. И когда вы нажимаете на данную вкладку «Подписка Халва десятка», а у вас здесь ниже будет написано, вот у меня написано «Подключить», у вас будет написано «Отключить». Вы нажимаете «Отключить» и отключаете данную подписку. Если вы подключили первый раз на 1 месяц, то она у вас бесплатная. Со второго месяца она будет стоить 299 рублей. Если вы 1 месяц попользовались, решили отключить, то при повторном подключении, как видите, уже у меня показывается, у вас будет написано, что «Подключить за 299 рублей». То есть 300 рублей у вас будет списываться с ваших кредитных денежных средств, с заемных по карте, и данная подписка будет работать. Также и суперопция «Все и везде», она также подключается первый месяц бесплатно, далее она стоит 299 рублей. Но если вы подключили хоть одну из опций один раз, то подключить и отключили, да, то вторая опция автоматически сразу становится платной. То есть либо вы сразу автоматически подключаете две и получаете бесплатную первый месяц две опции, да, либо же вы используете одну опцию, ну и потом у вас обе становятся платные. То есть таким образом, да, перейдя в личный кабинет, вы переходите в раздел «Подписка Халва десятка» и отключаете данную опцию. Отключение происходит сразу же, и, соответственно, предоставляемые услуги по данной подписке уже становятся вам недоступны. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Впереди еще очень много интересного и полезного. А я с вами на этом прощаюсь, всем до новых встреч, пока-пока!